Расскажите, пожалуйста, какой есть метод для того, чтобы правильно принять решение. Там я на первой ступени давал маятник, говорил, каким образом работать с этим маятником. У нас есть кубики, есть руны, дуйко. Купите себе и сделайте маятник, зарядите его правильно, пусть он отвечает на ваши вопросы. Это же легко, все на первой ступени, там все есть. Расскажите, правильно я понимаю, что практика, когда мы читаем слово «вирус», положительно влияет и на того, кто с нами в кровати спит? Конечно, конечно, но... Делайте это с закрытыми глазами, делайте это про себя. Слово «вирус» нельзя произносить вслух, иначе будут сумасшедшие неприятности и у вас, и у этого человека. Это слово, насколько я помню, «именев». Его вслух произносить нельзя. Надежда Витина, скажите, пожалуйста, когда делаю массаж? Из мастер-класса по астралу, несмотря на какой части тела, то. Начинаю во второй чакре, ощущения не очень приятные, то ли покалывание, то ли мурашек, пульсация, это нормальный процесс или нет? Нормальный. И в голове как тепло, удовольствие, все вместе тоже. Ощущения, конечно, фантастические, понимаю, это замечательно. А вот животом непонятно, с каждым...